Всем привет! С вами ваша Танюша. Сегодня я сделаю для вас обзор магазина Fix Price. Посмотрим вместе с вами, какие имеются новиночки. Девочки и мальчики, смотрите, что я нашла. Fix Price, новиночки. Такое кашпо, 199 рублей в разных вариантах. А, это даже может быть... Нет, это кашпо. Я думала сначала, что лейка, но здесь нет отверстий. Это просто декоративное кашпо. Вот в таком варианте тоже. Так, что я тут полезла? Вот, тоже красивая штука. Тоже, видимо, 199 рублей еще. Вот такие, вон там я вижу розовые, мятные, молочные, какие хочешь. Интересная штучка. Очень даже симпатично смотрится. Вижу еще одну новинку. Кашпо для цветов пластиковое. Называется он Forest. 3 литра, 249 рублей. Довольно-таки объемный горшочек, да, кашпо. Ну, симпатичный. Также есть он же в таком цвете, комбинированный. Вот эти вот имитация, да, веток каких-то. Симпатичный. Вот она, листва. Листва, которую можно поставить в эти вот кашпо металлические. Желтые кленовые листики. По 77 рублей за ветку. Так, он сразу же ветки идет. А, 55, но я уточняла сейчас на кассе, они, девочки, сказали, что 77 рублей стоят уже вот эти веточки. Иди сюда, сюда, сюда. Вот такие еще новиночки вижу, горшки для цветов, керамические. По-моему, они идут без поддона. Интересная такая тематика, тут какие-то рисунки различные, вон, петушок, стрекоза. Всяко разно, по 199 рублей. Но они маленькие. Мне кажется, это не больше пол-литра. Может быть, литр. Не знаю, может, вы уже встречали, но я первый раз вижу Fix Price. Бальзам и полоски терят Пантин. Воздушная пена. 180 мл за 199 рублей. И вот такую новиночку вижу впервые. Витамилк, шампунь для всех типов волос. С оливой и молоком. 500 мл за 77 рублей. Еще одну штуку встречаю впервые. Маска-скраб для кожи головы. Энзимы папайи, витамин В3. Отшелушивает, очищает, укрепляет волосяные луковицы, создает прикорневой объем. 77 рублей за 200 мл. Новинка. Натуральное кокосовое масло для ухода за кожей и, волосами. От Флоресан, 170 мл за 99 рублей. И вот такие уходы для кожи головы, да. Эссенция тоник, контроль выпадения волос. Тоник-пилинг для жирной кожи головы по 55 рублей. И спрей для волос у нас, защита, видимо, термозащита, 77 рублей. То же самое встречаю впервые. Ореховый скраб для лица, питательный, 55 рублей, 50 мл. Давайте посмотрим, что тут с пребиотиками. Может, кто-то уже пробовал, но я его встречаю впервые. И вот такая новиночка. Огурец алоэ, маска для лица увлажняющая. Тоже баночка, 50 мл. Без консервантов и парабенов. 55 рублей. Еще одна новинка. Молочко для тела. Освежающий коктейль. Идет с дозатором. Удобная упаковка. 200 мл за 77 рублей. Увлажняет кожу, дарит ей изумительную шелковистость и благоухание свежести. И вот такой тоже. Что здесь? Тоже молочко для тела, аромат сливочно-ванильное лакомство. Еще одни новинки. Смотрите, спрей для тела в ассортименте. Идет он с распылителем, ягодное совершенство, освежающий коктейль, сливочно-ванильное лакомство.
стоит такая штука 200 мл за 77 рублей. Если кому-то интересно его состав и действия, можете остановить данное видео. Я поднесу поближе, посмотрите. Приближаемся еще к одной новинке. Цена по карте Fix Price будет 47 рублей вместо 55. Жидкое мыло, арбузный фреш. У нас тут еще что? Крем-мыло, черничный коктейль. Манго-маракуя. И киви-лайм смузи. Вот такие ароматы. Объем у нас здесь 500 грамм. Всего же за 47 рублей по карте Fix Price. Очень выгодная упаковка. Ванночка для ног, расслабляющая и освежающая. 300 мл за 77 рублей. Покажу вам еще одну новиночку. Тоник для лица матирующий. Эффект фарфоровой кожи. Лавандовая вода, экстракт лаванды, гиалуроновая кислота. Очищает и тонизирует. Производитель марки Флорисан. 300 мл за 55 рублей всего лишь. Также, смотрите, есть гель для умывания. Может, кто-то искал. 300 мл за 77 рублей. Сыворотки для лица. Антистресс. Витамины и глубокое питание. 77 рублей за 50 мл. Еще одни новинки. Сухие шампуни. Fix Price. 200 мл по 99 рублей. Давайте посмотрим поближе. Подходит для всех типов светлых волос. А этот подходит для всех типов темных волос. 99 рублей. Еще раз. Еще одна новинка. Шампунь для волос Organic Oil. Пол-литра. Вот так он выглядит. 77 рублей. Увлажняющий. Дезинфицирующее средство для всех типов поверхности. Убивает 99,9% вирусов и бактерий для рук, тела, сантехники, дверных ручек, для электроники, для дома. 300 мл за 99 рублей. Еще одна новинка. Чистая линия для лица. Крем увлажняющий с органическим шиповником. 77 рублей за 45 мл. Гиалуроновый гель от Nivea для лица, для нормальной и жирной кожи. 100 мл, как два обычных крема. Экономичная упаковка. Гиалуроновый гель, уход за лицом. 199 рублей. Гель-активатор Slim Diet антицеллюлитный. 177 мл за 77 рублей. Разогревающий эффект плюс детокс. Огромное поступление новых ароматов освежителей воздуха в ассортименте. 250 мл за 99 рублей. А также имеются вот такая линейка Air Pure. 250 мл по 85 рублей по карте Fix Price. Сорти средства для мытья посуды сейчас также можно купить за 24 рубля по карте Fix Price. На 3 рубля, 3,5 рубля дешевле, чем без карты. Первый раз вижу вот это условие. Я, видимо, давненько не была Fix Price. Еще одна новинка, смотрите. Кенса, средство, гель для мытья посуды. Огромная бутылка, и она такая красивая. 900 мл за 99 рублей. Жидкое мыло универсальное для мытья рук, посуды, овощей и фруктов.
большая бутылка. Идет в комплекте с мочалкой такой интересной. Вот так вот назад ее надеваем. 700 миллилитров за 77 рублей. Первый раз вижу. Может, вы уже встречали? Усилитель стирки для цветного белья Оксиформула. 1 литр за 99 рублей. Эффективное удаление труднозагрязнения подходит для ручной стирки. Смотрите, сейчас трехслойная туалетная бумага, 12 рулонов, можно также купить со скидкой за 170 рублей по карте Fix Price вместо обычной цены 199. Сухие салфетки бумажные, 180 штук, двухслойные. От Плюш, большая упаковка экономичная. Упаковочки идут в двух цветах. Стоимость данной упаковки 47 рублей по карте. Вместо 55. Появились настенный декор, репродукция в раме с блестками, 199 рублей. Расцветки картин в ассортименте. Смотрите, какая красивая фоторамка, 10 на 15, 199 рублей. Смотрите, еще одна новинка появилась, подсвечник из доломита в виде крокодила. Алюминиевый сплав у нас идет на самом подсвечнике, а сам крокодил у нас выполнен из доломита. Идет он в двух цветах, золотой и черный. Снова появились в продаже декоративные украшения из доломита. Ананасы в двух цветах, белый и золотой. Может, кто-то искал. 199 рублей цена его. Появились шапочки для плавания по 149 рублей, детские. Недавно сравнивала цены на зубные щетки в Ашане и Fix Price. И хочу вам рассказать, уверить вас в том, что Fix Price цены на зубные щетки сейчас дешевле, чем в других магазинах. Посмотрите, какие имеются в ассортименте, если вам вдруг было такое дело необходимо. Welcome to Fix Price. Здесь очень выгодная цена. Sense-1 зубная паста для чувствительных зубов. Fix Price 99 рублей за 65 миллилитров. Смотрите, как нам повезло. Имеется новинка, и она уже в собранном виде. Корзина для белья. Здесь идет спиральный каркас, видимо, металлический. И тканевый чехол с ручками. А также крышка на молнии. Идет большой довольно-таки размер, 299 рублей цена его. Имеются также другие цвета в ассортименте. Также еще нашла, смотрите, новиночку. Коробка складная, 26 на 20 на 16. Поближе покажу вам, как выглядит она должна в собранном виде. Идет в различных цветах. 99 рублей цена ее. Смотрите, какая новиночка. Игровой набор гостиная, 249 рублей. Также имеется игровой набор «Маленький доктор». Доктора я не увидела, а вот гостиную вижу.
В комплекте будет диван, стол и два кресла. Также имеется игрушка, кровать для куклы. Тоже цена ее 249, цена ее 249 рублей. Щетка для массажа. Натуральная щетина. 199 рублей цена ее. Идет без ручки. Кстати, довольно-таки приятная щетина у нее. Средней жесткости, я бы сказала. Смотрите, еще что нашла. Игровой набор посуда для детей. Металлический сервиз. 249 рублей цена его. Так, здесь 299, а здесь 249. Цену уточнять лучше, конечно, на кассе. Цвета в ассортименте. Еще одна интересная новиночка. Магнитный конструктор. 32 элемента. 149 рублей цена его. Можно, вот видите, да, на рисунке представлены фигуры, которые можно собрать из этих элементов. И вот такая новиночка. Объемный конструктор мозаика, 77 рублей. Подходит для возраста 3+, 22 детали в комплекте. Пазл деревянный, Микки Маус и друзья для возраста 3+, подходит, цена его 99 рублей. Также есть история игрушек. Ух ты! Доктор Плюшева. Холодное сердце. Я думаю, там много чего еще интересного, если вас заинтересовала данная продукция. Смотрите непосредственно в вашем магазине Фикс Прайс ассортимент. Растущие животные. Игровой комплект. Капсулы помещаешь в воду. И из них должны получиться вот такие вот интересные фигурки в виде животных. 55 рублей цена его. Подходит для возраста 3+. Мини-игра в слова для веселой компании. Цена 77 рублей. Смотрите, какая маленькая упаковка. Идет инструкция и какие-то карточки, которые должны, видимо, обозначить условия данной игры. Также имеется мини-игра «Интуиция». Смотрите, что еще у нас имеется. Еще такие игры. И фанты. Всего лишь 77 рублей. Отличная цена. Мне кажется, можно даже смело брать и пробовать. Вот такая новиночка. Растущий волшебный сад. Подходит для возраста 3+. 99 рублей цена его. Я так понимаю, можно поливать данное растение, и оно будет со временем увеличиваться в размере. Также имеются такие же кактусы. Еще у нас что такое кактус? А, ну это уже такие же. Там он еще есть, правда, другой формы. Покажу вам поближе. Такие вот интересные, забавные игрушечки. Я думаю, это будет интересно не только для детей. Еще нашла такие игры. Тоже небольшая упаковка. Состав игры 55 карточек и правила игры. Всего лишь 77 рублей. Появилась вот такая интересная кисть для нанесения макияжа. Ой, для нанесения маски, извиняюсь. Цена 99 рублей.
кисть силиконовая. Снизу, как вы видите, у нас удобный шпатель для нанесения маски. А верхняя часть, я так понимаю, можно верхнюю использовать для очищения кожи непосредственно перед нанесением маски. Может, кто-то еще не видел. Такая интересная новиночка. Мезороллер 149 рублей для массажа лица. 1,5 мм глубина ежиков этих иголочек, да? Как гласит инструкция, данным массажером можно выполнять массаж для лица для улучшения кровотока, уменьшения отечности, разглаживает морщины, усиливает эффект косметических средств и улучшает тонус кожи. Смотрите, какая прелесть. Появилось огромное количество новых органайзеров для косметики. И очень удобно, потому что я не запутаюсь вам, показав все их, по одной цене они идут. Видите, все по 249 рублей. Белый с деревянными вставками. Такой вот вариант. Вот такой интересный, тоже с деревянной крышкой, прозрачный. Мне, конечно, больше нравятся прозрачные. Вот такой вот закрытый белый пластиковый. Органайзер 199 рублей. И вот такой тоже органайзер 199 рублей тоже, кстати. Я так понимаю, что обратная сторона данной крышки, да, в органайзере в этом, она должна быть зеркалом. И как представлено на фото, можно вот так ее использовать, поставив на вот эти вот выемки и краситься непосредственно уже в это зеркало, смотрясь. В принципе, удобно должно быть. Детские резиночки для волос. Две штуки в комплекте. Цветы-бантики. 55 рублей. В ассортименте. Есть такие из фатина, а есть уже какие-то вот, не знаю, это органза, по-моему. Такие еще интересные резиночки для детей. В комплекте идет, по-моему, 4 резинки. Разноцветные такие бубончики. Очень миленькие. 55 рублей всего лишь цена их. Цвета в ассортименте также представлены. Смотрите, какая интересная новинка для детей. Пенал на молнии, силиконовый. Цена его 199 рублей. Цвета в ассортименте. Еще одна новиночка. Ароматизатор воздуха под сиденье. Стоит такой ароматизатор 85 рублей по карте Фикс Прайс. Ароматы в ассортименте. Смотрите, какие красивые металлические губки появились в Фикс Прайс. Данный набор 6 штук, 55 рублей цена его. Разноцветные, очень красивенькие. Смотрите, какие прикольные новинки нашла. Детские комбинезоны из полиэстер велюра по 199 рублей на молнии.
Ну, штанишки идут на манжете, рукава тоже. Имеются различные цвета в ассортименте. Интересная такая штучка. Размеры, наверное, все-таки нужно уже индивидуально смотреть, но на вид очень симпатичные, мягенькие, такие, знаете, нежный состав, несмотря на то, что нежная ткань, несмотря на то, что это синтетика. Юбка на резинке, имитация эко-кожи какой-то, что ли, ну какая-то кожаное напыление. Ой, сейчас посмотрим, что тут у нас за состав. На резинке довольно-таки легкая, невесомая ткань. Состав 100% полиэстер. Ну, видите, да, даже на камере видно, что это такое, как будто вот под кожу сделано. И в таком цвете, так коричневый такой, да, питон, не питон. Цена ее 199 рублей. Также вижу, имеется в черном цвете. Смотрите, какая интересная новиночка появилась. Кухонный контейнер на колесах для хранения каких-то ваших кухонных товаров, может быть, даже и не кухонных, может быть, даже ванную подойдет тоже. Небольшой. Сзади вижу два колеса для удобства выдвигания его из каких-то, может быть, глубоких шкафчиков. Стоимость такого контейнера 149 рублей. Имеются цвета светло-молочный и такой же, вот немножко видите, да, капучино или мокко. Больше, наверное, мокко. Еще одну интересную штуку нашла. Чехол на стул. Состав полиэстер велюр. А, спандекс, спандекс. Смотрите, какие интересные расцветки. Такой фактурный рисунок. В клетку типа какой-то оливковый. Здесь я вижу серый. Покажу поближе вам размеры данного чехла. Может, кто-то искал, кого-то заинтересует данная продукция. Стоимость этого чехла 249 рублей. Смотрите, какие классные тапочки нашла, домашние. Цвет серый, очень похожий на те тапочки, которые раньше продавались в Икее. Ну, наверное, не только раньше, они и сейчас продаются. Очень похожи на овчину. Но это, конечно же, у нас... Так, где тут у нас состав? Не вижу состав. Нашла состав 100% полиэстер. Подошва ЭВА. На вид довольно качественно выполнены. Даже прошиты. Всего лишь 199 рублей. Колготки в ассортименте от... Смотрите, от 99 рублей. Это вообще, по-моему, даже очень бюджетный вариант, 50 рублей. Не знаю, насколько они хороши в носке, но имеются в наличии. И вот такие комнатные тапочки тоже появились в фикс прайс в ассортименте по 99 рублей за пару. Без скидок, да? Значит, такая новиночка. Смотрите, носки с сетчатой вставкой.
размера 35 по 39 по 77 рублей. Цвета, как видите, разнообразные в ассортименте. Огромное количество новинок предверных ковриков. Снизу силиконовая подложка. Сверху напоминает какую-то мочалку. Очень много данных ковриков. Здесь какой-то из полистоуна или полипропилен. Я не знаю, какой-то пластиковый, тканевый, войлочный, прорезиненный. Всевозможные разновидности. Ценник, конечно же, здесь нужно разбираться уже на кассе. Новиночка от Fresh Bar. Безалкогольный напиток, сильно газированный, со вкусом винограда. Стоимость данного напитка 27,50. Напиток «Святой источник» со вкусом клюквы и брусники за 27,50, 0,33, баночка жестяная. Еще одну новиночку нашла. Морс осветленный, клюквенный, подходит для детского питания. 1 литр по карте 47 рублей. Появилась манго консервированная, фикс прайс, без ГМО, 420 грамм за 99 рублей. Десертный джем от мистера Рика со вкусом мандарина, 300 грамм за 55 рублей. И вот такая новиночка, джем ягодный, 500 грамм, большая упаковка, клубничный, за 55 рублей. Различные цвета кружек. Вот эта вот тематика мне нравится. Какая-то типа какое-то яйцо, скорлупка или что это. Цвета в ассортименте по 77 рублей. Кружка клубничка. 55 рублей цена ее. Наверное, все-таки это для кофе. Идет она также в комплекте с блюдцем. Так, давайте посмотрим. Но блюдце, по-моему, нужно отдельно покупать. Хотя непонятно. Нужно уточнять на кассе. Тоже блюдце в виде клубнички. Такие интересные блюдца чайные тоже появились по 55 рублей. Смотрите, что я нашла. Набор мельниц, морская соль, перец черный, чили острый и для салатов специя. Стоимость такого набора из 4 мельниц 199 рублей. Появилась лапша быстрого приготовления том-ям. Вкус креветок 65 грамм, 47 рублей по карте. Овсяное печенье с арахисом, без пальмового масла, хлебный спас. Стоимость данной упаковки 150 грамм, 24 рубля по карте.
Еще одна новинка, печенье миланчики, сахарное, в темной глазури с декором, без ГМО, 310 грамм упаковка за 55 рублей. И вот такая новиночка, кокосовое сдобное печенье, упаковка 250 грамм за 55 рублей. Смотрите, что я нашла. Решетка в раковину, пластиковая, в виде таких красивых пузырей, круглая и квадратная, по 27 рублей. Еще одну вижу новиночку, крекер со злаками, Lifeline, 180 грамм упаковка за 27,50. Смотрите, какая классная новинка появилась. Подставка для специй, пластиковая. Можно ее положить в ящик для хранения. Да? И вот так вот выдвигаешь просто шкафчик свой. И вот тут у тебя сразу вот эти вот баночки, которые к нему идут в комплекте. И вот эти вот баночки. Так вот мы заполняем отсеки. Смотрите. Можно выбрать либо комбинированные, да, белые там с серыми, либо однотонные, чисто белые. Очень удобная штука. Стоимость одной баночки 27 рублей. Стоимость данной подставки для баночек со специями 149 рублей, а баночка за штуку цена 27 рублей. Так, подставки эти идут в нескольких цветах. Смотрите, серая и черная. Черный графит такой, да? Получается в трех цветах. Белый, черный, серый. Такую еще интересную нашла новиночку. Кухонная полка из нержавеющей стали. Идет она в комплекте с саморезами. Видите, да, сбоку у нас уже имеются дырочки, отверстия, в которые мы будем прикручивать данную полку к стене или какой-то другой поверхности. Ой. А сколько такая? Вся посуда Luminar, кстати, дешевле, чем Vita. Цена ее 199 рублей. Тарелочка 18 сантиметров диаметр из опалового стекла. 55 рублей цена ее. Смотрите, что я нашла. Складной контейнер для холодильника. Вот эта вот полка, она идет просиликоненная. Можно ее вот так, смотрите, сделать, углубив ее внутрь, да. И, как видите, как она представлена на картинке, мы ее продеваем вот в это крепление, которое закрепляем на полке непосредственно уже самого холодильника. Стоимость данной складной полочки 199 рублей. Также имеются в наличии другие цвета. Нашла вот такие интересные полезные штуки. Корзина для холодильника пластиковая, 55 рублей цена ее. Ручка различных цветов в ассортименте. Так, смотрите, что нашла. Сушилка раздвижная, пластиковая. На раковину можно ее ставить. Так, ее смотрите, оп. И сделали меньший объем.
Очень удобная штука. Цвета имеются в ассортименте. Капучинка. Такой беж. В двух цветах вижу. Цена ее 99 рублей. Да. Смотрите, какие еще новиночки. Только-только поступили на полочки. Мы будем первые с вами смотреть их. Декоративные украшения из доломита, кактусы. 99 рублей цена их. Очень маленькие, красивые. Разнообразных форм и даже цветов. Я уже дома, а это значит, на этом мой обзор магазина подошел к концу. В следующем видео смотрите распаковку моих покупок из магазина Fix Price. Пока-пока!